Привет, меня зовут Егор, я из России, и мне 11 лет. И я учу немецкий со своими друзьями. Я благодарен всем учителям и всем участникам нашего международного проекта. И я очень хочу продвигаться дальше. Ваш проект мне очень понравился. Позволил мне получше познакомиться с Германией и ее культурой. Лично познакомиться с ее жителями. Мне очень понравилось изучать азы немецкого языка. Очень легкого и одновременно тяжелого в изучении. Мне было приятно общаться с немецкими школьниками и узнавать, что они думают о нас и о нашей культуре. Спасибо вам огромное. От меня лично и от всех российских школьников. Проект мне понравился, впечатления остались хорошие. Общение с немецкими подростками и обмен подарками также зашли мне на ура. Это очень помогло мне в совершенствовании нового языка. Я бы хотел продолжать дальше участвовать в этом проекте. Привет, меня зовут Есения, мне 13 лет и я живу в городе Омске. В прошлом году я начала изучать немецкий язык в рамках проекта «Яркий мир». Анастасия Юрьевна объясняет уроки очень понятно и интересно. На наших занятиях часто присутствуют такие задания, как создание видеороликов, мультфильмов, чатов и тому подобное. Я рада, что есть такая возможность общаться со сверстниками из Германии, узнавать, как они живут, каковы их традиции, какую музыку слушают, чем занимаются в свободное время. Но особенно мне понравилось, как мы общались с ними по видеоконференции, переписывались в чатах и собирали для них новогодние подарки. Спасибо, Яркий мир, за эту возможность. Я буду продолжать немецкий изучать и дальше. Пока-пока. Мне наш проект понравился. Мы много узнали друг о друге. Больше всего мне понравилась новогодняя конференция, когда мы обменивались подарками. В принципе, все конференции были, хорошие. Было много тем для обсуждений. Надеюсь, в следующем году конференции тоже будут. Проект «Яркий мир» мне очень понравился. Мне было интересно проводить уроки с Анастасией Юрьевной. Были очень интересные слова, которые я хотела бы еще узнать и буду учить этот язык. Эта программа мне понравилась тем, что я начала больше развиваться, и мне понравилось само происхождение этого проекта. Было интересно учиться писать, разговаривать, учить правила. Это было, не так для меня просто, но интересно. Спасибо проекту, я бы хотела продолжить его дальше.